Здравствуйте, мы учащиеся школы номер 3 города Ладейное поле. Наша школа – центр патриотического воспитания молодежи, и как патриоты своей родины мы стараемся изучить, сохранить и приумножить природные богатства. Мы уже 4 года сотрудничаем с Ладейно-Польским лесничеством. Вместе сажаем деревья, убираем рекреационные зоны, следим за посадками на лесопитомнике. Хочется дополнить, что в младших классах мы писали экологические сказки, проводили начальные экологические исследования. А став постарше, мы начали изучать природу заповедника, стали членами школьного лесничества. И в этом году я впервые поучаствовала в акции «Живи лес». За один дождливый октябрьский день мы посадили 2000 саженцев сосны на вырубленной делянке. Теперь я точно знаю, как растут деревья от семян на лесопитомнике до красивого соснового бора. Сейчас мы очищаем дерево от коры, как раз таки у нас здесь есть участки без коры, и начинаем где-то приблизительно сантиметров 20-25 от земли, начинаем тихонько бурить. Своими воспитанниками гордится школьное лесничество Ладейно-Польского района. Заметно, как они растут и развиваются год за годом. Семеро ребят достойно представили Ладейно-Польское школьное лесничество в Артеке, в смене «Заповедная страна» лагеря «Полевой». Весной и летом у школьных лесничеств появляется еще больше возможностей для практических занятий и мероприятий. Во время пешей прогулки по берегу Ладожского озера можно увидеть следы диких животных и наблюдать за полетом таких редких птиц, как орлан белохвост. В соответствии с Рамсарской конвенцией, заповедник отнесен к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение. Здесь проходит Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Полвека их изучают ученые-орнитологи Санкт-Петербургского государственного университета. Птицы во время миграции, у них возникает миграционное беспокойство у каждой птички. И у нее такое стремление двигаться в определенном направлении, она даже не сворачивает с пути. И вот мы поставили ловушки так, чтобы птицы, которые летят вдоль берега Ладожского озера, как раз попадались в эти ловушки. Надолго сохранятся впечатления, полученные ребятами в Нижнесвирском заповеднике. А новые знания можно применить в учебном году, например, для всеми любимого всемирного праздника «День птиц». В мастерских школах и дома с родителями мы делаем домики для птиц. Я трудился над скворечником. Получилась красота. Сколько надо в поперечнике, сколько надо высота. Я старательно по правилам делал все по чертежам. Очень домик мой понравился с замечательным скворцам. Всего лишь один выводок скворцов только за 5 дней может съесть целую 1000 майских жуков. Мы хотим, чтобы наши скворечники прилетали птицы! We'll be right back.
У ребят из Ладейно-Польского школьного лесничества свой экологический маршрут. Вокруг озера Озерка. Они сами его придумали и разработали. Сейчас мы пойдем по нашей тропе. Маршрут экотропы кольцевой. Заканчивается он на том же месте, где и начинается. Продолжительность маршрута 2,9 километра. Для экологических уроков территория вокруг озера Озерка – просто подарок природы. Как будто по заказу здесь соседствуют разные экосистемы – и сосновый лес, и болото, и пойменный луг, и река. Сейчас мы спускаемся к берегу Канама. Название этой реки от вепского слова «кану». Здесь можно наблюдать переход от хвойного леса в лиственный. В кронах лиственных деревьев могут спрятаться певчие птицы. А также в солнечные дни здесь летают стрекозы. Ольха – лиственное дерево. Ее плоды – маленькие шишечки. Шишечки раскрываются рано весной. Из них выпадают маленькие семена, и их уносит ветром и водой. Ольха – пыльценосное дерево. Оно очень полезно для пчеловодства. И даже рыбы едят пыльцу с поверхности воды. Нам удалось убрать 33 несанкционированные свалки. Имени героя Свири наша школа посадила аллею из 40 клен. В этом году мы посадили 13 тысяч саженцев хвойных растений. Мы посадили аллею лип, посвященную году истории. Это мое дерево. Озеленили территорию детского сада «Светлячок». В этом году мы изготовили 102 скворечника, а также развесили их по городу и району и провели мастер-класс по их изготовлению в Санкт-Петербурге. А сейчас у нас проходит акция «Откорми птиц» – конкурс кормушек. Мы находимся на Аллее Славы. Еще год назад здесь был пустырь. Мы приняли участие в проектировке этой аллеи и посадке деревьев на ней. А чего добились вы? Передаем эстафету Нижегородской области. Действуй!